Самая дружная семья страны живет в Югре. Казымкины победили во всероссийском конкурсе в номинации «Сельская семья». Виталий Егорович и Нелли Владимировна – потомственные оленеводы. Они живут в родовых угодьях вблизи села Варьёган. К традиционному укладу они активно подключают своих троих детей. Казымкины делом своей жизни считают сохранение языка, традиций и обычаев родного народа. На своем стойбище Ампутинском принимают гостей не только из нашего округа, но и из других регионов страны и мира. В прошлом году варьёганская семья победила в региональном конкурсе «Семья года». А уже в 2019-м Казымкины стали лучшими на всероссийском конкурсе. Семья действительно вот поддерживает, в семье, как говорится, единое согласие, там, значит, всегда должно быть. И, ну, вот это, я думаю, что самое основное. Мы собрали все материалы, значит, фотографии, там, ну, то, что вот, как говорится, у нас есть. И сдали мы эти документы, значит, пакет документов приемной комиссии. И вот недавно буквально позвонили, сказали, что вот мы прошли вот эти этапы, значит, сельская семья, семья года. Вот.